Алексея Навального можно только двумя способами спасти, если это Путин, да, при Путине. Это либо обмен Алексея Навального, да, то есть отдать за него там 10 бутов, еще там какого-то количества проституток, убедить, значит, власть в Москве, что так надо сделать. Слушайте, они командиров Азова обменяли. Обменяли командиров Азова, которых они собирались повесить. Поэтому обмен это, да, это очень такая болезненная мера, может быть, какие-то санкции за него снять. И второй вариант это, не знаю, может сложиться обстоятельства, может быть, провести спецоперацию, расстрелять начальника тюрьмы, охранников, забрать Алексея Навального, отвезти на вертолете. Вот как бы это фантастически оба варианта не звучали, но это реалистический подход. А фантастический подход это выиграть суд. Опоясанный, значит, Алексей Навальный, все, что на него навешивают следующие и следующие дела, это выиграть у них суд. Вот это вариант фантастический, такой сродни тому, что какой-то волшебник типа Мерлина, значит, махнет палочкой, и вот суд примет такое решение. Может, обстоятельства изменится, и можно будет штурмануть эту тюрьму и, значит, Алексея Навального оттуда на грузовике-то и вывести. Больше я других способов, честно скажу, не вижу.